Ну что, 5 лет назад, сейчас очень важная информация на самом деле, 5 лет назад дети российских и зарубежных атомщиков собрались вместе в международный проект Nuclear Kids — «Атомные дети». И вот в этом году ребятишки из российских атомных городов и их сверстники еще из 9 стран — Венгрии, Болгарии, Украины, Эстонии, Франции, Турции, Южной Кореи, Бангладеш и ЮАР — поставили замечательный мюзикл и с огромным успехом продемонстрировали свое мастерство зрителям. Да, совместное творчество — это, конечно, здорово, оно всегда объединяет, но самое главное — то, что ребята встретились, подружились, и мы надеемся, что эта дружба на долгие-долгие годы. Расставаться, конечно, было тяжело, наверное, но впереди новые встречи. И сегодня одна из них. Дамы и господа, специально для вас, вот они, посмотрите, симпатичные, настоящие атомные дети, талантливые Nuclear Kids, встречайте! Nuclear Kids! Потрясающе! Спасибо большое! Молодцы!